А вот о том, как жили армяне во втором тысячелетии до нашей эры, стало известно благодаря археологам. Сейчас практически в каждом районе республики ведутся раскопки. Ученые нашли уникальные артефакты, которые помогают понять быт и ритуалы того времени. На раскопках побывала и Гаар Крапетян. Это крупнейший некрополь в Армении, занимающий территорию в 500 гектаров. За моей спиной находится самая большая гробница. Именно в этом зале совершались ритуалы кремации и жертвоприношения. Близ города Аштарак археологи Армении работают уже 30 лет. И только на днях их старания увенчались успехом. В гробницах обнаружен уникальный медальон с изображением языческого бога. Это единственный подобный экземпляр во всем Закавказском регионе. Это и другие находки позволят восстановить некоторые страницы истории индоевропейских племен. В зале обнаружены колесницы и множество драгоценностей. Скорее всего, это династический некрополь высокопоставленных особ того времени. Еще одна важная деталь. Это ритуал бросания камней, как сегодня, например, люди посыпают горсткой земли усопшего. Похоже, ритуал прослеживается только в этой гробнице. На панцире гробницы, так называют верхний слой могилы, была найдена уникальная статуя. Археологи предполагают, это одна из первых надгробных статуй дохристианских времен. Это очень ценный экспонат. Когда мы его откопали, у статуи был нос, который впоследствии оторвался, но мы планируем его восстановить. В этой части можно разглядеть усы и глазницы. А вот в Ларисской области на территории крепости археологи нашли поселение, датируемое 11 веком нашей эры. О том, что здесь когда-то существовал город, до сих пор не было известно. Еще археологи доказали, что жителями поселения были армяне. Там найдено множество надписей на армянском языке. Сейчас археологи пытаются восстановить древнюю крепость. Археологические раскопки ведутся почти во всех областях Армении. Работы много, а значит, самые сенсационные находки еще впереди. Гаар Крапетян, Карим Петросян. Новости Содружества. Армения.